You said you were not going to be nervous, but when you sat down today, tell us, was that actually the case? Well, actually, once I started, I never was nervous. I mean, until I saw probably the before move at the board, so I realized that maybe it's not me playing for a win despite I have an extra pawn, so I have to regroup quickly. But I mean, otherwise, I guess it was a fine game from Magnus, and well, this you can play, you know, even like this pawn sacrifice is very interesting. But, well, I knew it's not quite much for white, but okay. And lastly, at what point did you decide to sort of shut it down, as they say, where you decided it was probably best to just try to go for the draw and not play for the win anymore? Well, obviously, I mis-evaluated this position after bishop f4, so could be I should seek some different move order, like, because, okay, this bishop f4 is very natural, and, like, I trade away his pair, his bishop pair, so normally pawn should be quite an advantage here, but not really, as it seems like, because, okay, this knight on f5 is, like, fully compensates, and at some point, you know, once knight is on e6, it's clearly white is not going anything, and this b4 idea, I mean, okay, it's very smart, but fortunately I have this king goes to c2 idea, and then, okay, after h4, basically, I think that's why I had an extra pawn, yeah, so to give it away and maintain the equality. Добрый день, уважаемые друзья! С вами Владимир Добров и Chess.com.ru. Сегодня мы говорим о первой партии чемпионата мира, матча на первенство мира между Магнусом Карлсоном и Яном Непомнящим. Долгожданный матч, который сегодня уже завоевал сердца многих болельщиков по всему миру. Итак, что же сегодня было? Что интересного приготовили соперники друг другу? Какие идеи мы с вами посмотрим. Итак, Ян сегодня начал ходом Е4, что, в общем-то, читалось, и был большой вопрос, что же, какой дебют будет исполнять Карлсон. Были разные мысли на этот счет. И, безусловно, одним из главных таких вот ходов стал ход Е5. Очевидно, что этот ход надолго, на весь матч вполне возможно. И мы с вами увидим вот эти вот испанки. Кто знает, может быть, в одной из партий белым цветом Ян нас порадует шотландской партии. Однако первая партия всегда, так сказать, прощупывает дальнейшую турнирную, матчевую стратегию, точнее. И вот сегодня последовало следующее табе. После конь f6, рокировка, слон e7, ладья e1, b5, слон b3. Черные были готовы идти так называемую атаку маршала после c3, d5. Очевидно, именно этот дебютный вариант готовил Магнус на матч. Напомню, что этим вариантом он уже отстаивал свои позиции. Но Непо решил сыграть h3, и после хода конь a5 возникла достаточно конкретная позиция. Белые обязаны съедать центральную пешку. Черные уничтожают важного испанского слона, АБ, напали на центральную пешку Е4, обязаны защищать ходом Д3, ну и позиция носит форсированный характер. За пешку черные получают активность фигур, у них номинально образовывается два прекрасных слона, и одна из идей в этой позиции – это размен ферзей, ферзь f3. Слон d6, все это неоднократно встречалось в разных партиях, и последовал достаточно такой интересный ход король f1. Основная его идея в том, что после хода слон d6 черные создавали угрозу, связанную с ходом ферзь e5. Например, в случае хода конь c3 черные съедают на e5, и мы видим, что брать на e5 невыгодно из-за того, что теряется ферзь и теряется материал, а в случае ферзь b7 черный ферзь проникал на поле h2 и создавал немало проблем для белых. Поэтому сделан ход король f1, после чего моментально Карлсон ответил ладья fb8. У нас во время трансляции было очень весело. Напомню, что сегодня у нас были прекрасный Александр Костенюк, Александр Горячук, настоящие легенды шахмат. И мы обсуждали больший ход ладья fc8, удивительный ход, потратили на него очень много времени, но в итоге все-таки разобрались, что был сделан ход ладья c8, ладья b8 точнее, и этот ход опять-таки создавал угрозу, связанную с ходом ферзь бьет e5, то есть ладья защищала слона на b7.
Поэтому произошел размен ферзей, конь бьет d5, конь теперь черных готов был ринуться в район поля b4, создавая проблемы пешки c2, поэтому аккуратный ход слон d2 от Яна. И c5. Все это встречалось в партиях по переписке, и в этих двух партиях, которых удалось найти в главной базе, две партии завершились победой белых. Ну и после хода c5 у белых здесь была опция выйти конем на c3 и после хода конь b4 сыграть ладья ac1. И впоследствии убирать коня на f3, убирать коня на e2 и, в общем-то, как-то вот здесь маневрировать с лишней пешкой. Такая идея, видимо, устраивала Магнуса, потому как он по таймингу выглядел очень солидно, то есть он был готов к этому продолжению. Но Ян решил сыграть по-другому, сыграл конь f3 сразу. После ладья d8, видимо, какая-то здесь идея была связана, опять-таки, с подключением ладьи, именно по d, освобождение ладьи а на c8 позиции, впоследствии, может быть, проведение c4, кто знает, возникла следующая ситуация. Конь b4 все-таки занял позицию активную, и Ян решил уйти ладьей e. Не знаю, стоило, может быть, оставить эту ладью на линии, на открытой линии, стоит сыграть ладья ac1, но в этом случае у черных была бы, наверное, та же самая идея, ладья ac8, ну и после хода конь e4 убирать слона на f8, создавая вот такую сложную позицию. В этом, если присмотреться, то есть после, к примеру, взятия на b4 открывается линия c, ладья на d8 также очень активна, и компенсации здесь, безусловно, присутствуют. Черные впоследствии могут попытаться искать какие-то идеи по подключению короля, может быть, даже где-то f5 играть, либо готовить ход c4. В этом случае была бы тоже большая борьба, безусловно, но поэтому Ян решил сыграть ладья ec1, ладья ac8 все равно и конь e2. Магнус здесь, наверное, один из первых моментов, где он задумался. Сыграл он конь c6, решил в этот момент убрать именно коня из-под боя. И после хода слон e3 долго здесь обсуждали, какой же мотив для уравнения черные будут демонстрировать, и здесь Магнус решил перевести коня через e7. Хороший ход. В итоге конь направляется опять-таки либо на f5, либо на d5. Открывается опять-таки слон на b7. И при этом сохраняются все вот эти вот идеи компенсации. Решил Ян поменять здесь чернопольников. И после определенного размышления Магнус решил все-таки расстаться со своим слоном. Испортил пешечную структуру. После gf поменял на f4 еще одну пару слонов. И в этом эндшпиле мы видим, что у белых, несмотря на лишнюю пешку, пешки все-таки разбиты. И здесь кулак пешечный тоже не имеет никаких движений. Позиция приблизительно равная. После конь f5, черный конь, мы видим, направляется уже в район поля d4. Может быть, стоило белым как-то похитрее расположить свои фигуры. Но так или иначе, последовало продолжение конь h4, ладья e3, король f8. Магнус здесь себя чувствовал вполне комфортно. Было видно, что он позицию эту уже играет как минимум на ничью, а может быть, даже и на победу. И в какой-то момент у Яна закончились полезные продолжения. И вот мы сейчас увидим ситуацию, где уже белым пришлось играть аккуратно. Конь e1, конь g7, f5. Успели черные еще больше занять пространство и отбросить белых на третий ряд. И впоследствии мы видим, как здорово перегруппировался Магнус, контролируя при этом полдоски. Все фигуры у него замечательно расположены, нет ни слабостей. Ну, а белым нужно следить за этими дырами, которые Магнус был готов пролезть. И опять-таки поставили своего коня в достаточно пассивное положение. И вот после хода b4 произошла такая достаточно серьезная зацепка на ферзевом фланге. Брать, конечно же, невыгодно, так же, как и невыгодно играть c4 в связи с тем, что проникал бы конь в район поля b3. В этом случае черные бы доминировали. И поэтому пришлось играть уже король e2. И после хода ладья b8 выясняется, что напор на пешку b3 стал критическим. И эта пешка теряется. Это означает то, что белые
что то, что черные возвращают материал и сохраняют все плюсы своей позиции. Король d2, в общем-то, правильное решение, сбросил Ян уже пешку, и теперь уже очевидно, что белым нужно отбиваться. h4 был сделан ход для того, чтобы не было дополнительных зажимов на королевском фланге, и предусмотрел он различные еще движения, может быть, связанные с ходом конь g5, кто знает. И после хода король f7 у черных возникали идеи, связанные с ходом конь d4 шах. И в некоторых позициях это действительно могло оказаться очень опасно, так как, например, если черным бы сыграли здесь конь d4, король d1, да, единственный ход, и конь b5, например, такой вот ресурс нападения пешки c3, король c2, и у черных была бы такая вот идея, как ладья c на b6, идея конь a3. Вот такая вот замечательная позиция с какими-то матовыми конструкциями. Поэтому здесь, конечно, за этим тоже надо было следить. Но Магнус посчитал, что это недостаточно, сыграл король f7, и после ладья e1, король f6, конь e3. Успел Ян поставить своего скакуна на c4, и, в общем-то, после этого все-таки партия уже недолго продолжалась, потому как здесь черные уже не могут дополнительные какие-то идеи организовать. Сыграли ладья e7, и вот в этой позиции после конь e5 произошло троекратное повторение. Ну, что можно сказать об этой партии? То, что она как на качелях развивалась. Ян, в принципе, по дебюту вышел чуть лучше. Затем, видимо, критическим моментом была ситуация, где он не сыграл конь c3 и поставил ладью e на c1, убрал, затем много времени потерял, вернулся. Вторым критическим моментом был, когда Карлсон разменял всех слонов и оценил, видимо, позицию чуть глубже. Ну и третий критический, когда Ян уже смог в этой уже неприятной несколько позиции, сумел организоваться и найти правильные защитительные ресурсы. Таким образом, партия завершилась ничью. Ну что ж, друзья, будем ждать интересных событий второй партии, что завтра нам приготовит Магнус. Ну что же, пожелаем Яну успеха. До новых встреч. Смотрите chess.ru, друзья. Подписываемся на канал.